Убийство в Пошехонском районе. В преступлении подозревается 29-летний местный житель. Как сообщает региональное следственное управление, мужчина находился дома и увидел, что его знакомый через подвальный люк пытается проникнуть в помещение. Не раздумывая, хозяин выстрелил из охотничьего ружья в голову незваному гостю. Тот скончался на месте. Позже выяснилось, что орудие убийства принадлежало погибшему. Незадолго до трагедии при распитии спиртного ружье подозреваемый и похитил. Ранее он привлекался к уголовной ответственности за хищение и отбывал наказание в местах лишения свободы.